хорошая. Я вначале расскажу, мы 19 мая выпускаем пластинку. Она шестая, она действительно пластинка группы «Сансара», но я думаю, что у многих много возникнут вопросы, потому что там, если ее послушать, там много очень таких моментов, которых, может, кто-то не ожидал. Но, тем не менее, это именно группа «Сансара», потому что группа «Сансара» — это достаточно такая тема, ну, сложная, в том плане, что не обязательно же песни, да? В общем, 19 мая альбом, который называется «Пожары», он будет именно в интернете, и мы его выкладываем. И стараемся сделать так, чтобы в этом узнали как можно больше людей. Потому что, по большому счету, интернет он сделает что? Он сделает так, чтобы эту пластинку слышали именно тогда, когда мы сказали о том, что она будет у вас. И будет все, там не будет вот этих долгих ожиданий, там какого-то полугодичных тем, когда пластинка появится в городе. Вы же сами сможете, да, сделать картинку, поставить, и вообще каждый может сделать свое оформление. И сейчас я бы хотел одну тему из этой пластинки показать. А для этого мне нужен на сцене Сергей Данилов.